чё? Вообще надолго здесь? Нет, посудим, уедем. Ты будешь плакать? Да. Да? Иди, я тебя обниму. Эй, бедненький. Давай, давай, Серега, все, можешь. Это я все снимаю. А ты кто? Могешь что-нибудь? Ого, блин, не снял, давай еще раз. Че? Блин, не снял, прикинь. Опа-на, еще одни. А ну, девчонки, рассказывайте, как вам соревнования? Да, классно, хорошие соревнования. Нормально? А да. Ты что, не участвуешь? Нет. Почему? Я слабый. Ты что? Я тоже могла участвовать, но я... А что, слабая тоже? Я суп варила дома. Суп варила? А? Вот это самец! А ну, сколько сделал подтягиваний? Самка, не самец, самка. Выхода на 2:15. А ты сколько сделал? Да иди сюда! Да что ты сколько сделал? Чего тебе? Я дрифт, смотри на меня, смотри, там ничего нету. Маленькое такое, маленькое. Женоподобное существо. Итак, этот парень сейчас будет меня учить, ну не учить, просто. Давай обучалку снимем, как элемент называется? Ресурсчет замка. Давай лучше, как научиться горизонт. Чтобы научиться горизонт, вам нужно делать вот так вот, вот так вот, вот так вот. 3 секунды достаточно, есть. Следующее подводящее. Следующее подводящее — это раскрываться. Раскрываться в жабу. Есть. Если вы так делаете, то фул планш вам обеспечен. Обеспечен просто. Ребята, чтобы научиться гарик, вам нужно забиваться в стойке, как этот парень. Забивайтесь просто по полной. Вот так вот, такими движениями. Шеф, шеф, шеф! До центра! Никита, ты что тут делаешь? До центра за сотку докинешь, брат? Без проблем, садись быстрее. Йоу, валим. Никита, мы ехать будем или нет? Пробка. Ты дурак? Быстрее, руль бросил, ну. Как он мог ехать?